Так, ну так, придавливаем сначала сверху. Ладошечкой оно придавливаем. Ломается. Ничего страшного, оно рыбное. Это же песочное печенье. Оно не как пластилин тебе. Да. Кусочек, потом слепишь в конце. Я сначала печеньки давай сделаем. Попугай. Я птичку. В прошлый раз тоже делала попугай. А теперь смотрите. Скалочкой не сильно будем давить, а легонечко. Вот так вот. Не сильно не давим, чтобы она не сильно полезла. Здорово. А крылышки будут у него? Вот у него крылышки такие. Ой, вы же так делаете скалочкой? Конечно. Сначала ручками попробуем, прижимаем. Так, давайте сейчас тебе покажу, потом сама. А я сейчас к тебе пойду. Помогите, пожалуйста. Ну, хочу помоги я. Конечно. Все, все. Теперь, легонечко, не дави на скалочку, совсем чуть-чуть. Получается у тебя все отлично. А у меня получается. Конечно. Получается. Только оно что-то ломается. Ничего страшного, это песочное печенье, оно потом запечется. У меня сломался. Видишь, у нас тоже ломается. Все, давайте достанем все тогда. Сердечко. Уже полочка не дает. Это не сердечко, манго. Сердечко маленькое. И звездочку. Сначала сделай эти. Садись. Ой, получилось сердечко. Отлично. Дай надо цветочек. Дайте мне звездочку. Да. Ну, цветочек. Все, смотри, я тебе рассказала. Где звездочка? А где? А, у меня вот это. А где сердечко? Человечка такого можно будет. Смотрите, красивенький. Сделай с краешку, чтобы больше у тебя хватило. Прям с краешку сначала делай. Нет, конечно. Ну хорошо, потом вот соберешь. Красиво. Получилось? Давай, смотри, смотри, как сделаем. Потом волки приводили. Дайте мне волки тоже. Дай, пожалуйста, мне он не нужен. Так, поразминаем, смотрим, сухой. Что будем искать? Сюда уберем. Блин, у меня сломался. Ну, еще раз сделай. Не расстраивайся.
становится тесно.